Свою вину он признал полностью. В ходе суда просил прощения у семьи погибшего, но понимал, что наказание не избежать. Вердикт суда обвиняемый в убийстве слушал спокойно. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Тургунбеков Бикджигит, 1981 года рождения, признан виновным в умышленном убийстве. Они жили по соседству, были знакомы много лет, вместе занимались скупкой и продажей скота. Из-за этого в начале сентября между друзьями-предпринимателями и возник спор. Дело дошло до драки. Сначала их разняли, но потом партнеры вновь встретились. И тогда Бикджигит кетменем ударил своего бизнес-товарища по голове, нанеся 58-летнему мужчине смертельную травму. Бикджигит Тургунбеков приговаривается к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней с момента получения подсудимым копии приговора. У подсудимого осталось 5 несовершеннолетних детей, а погибшего соседа сегодня оплакивают уже взрослые дети, внуки и правнуки.